вот так это все выглядит. Сегодня целый открытый микрофон. Материал. Ну так сегодня среда, вчера закрылся свитер, как выяснилось, теперь нужно искать новое место для открытых микрофонов. Чем и займусь сегодня, потому что выступлений нет, и меня это здорово раздражает. Не люблю дни, когда я не выступаю. Нужно искать кабак, и кабак снова со сценой, снова с освещением, снова с нормальным интерьером. Проблемы с этим в Самаре, честно говоря. Блин, как я люблю Волгу, кто бы знал. Я тут вписался в историю, есть специальная комьюнити Comedy Buddy, которые, ну, для того, чтобы помогать друг другу, теперь мне прислали кучу роликов, чтобы я оценил и дал какой-то совет. Выяснилось, что у меня вообще нет времени, но раз взялся, надо делать. Почему я этим не занимаюсь, а? Следующий выступающий уже на изготовке, он уже буквально мчится на сцену. Давай, лети сюда, чувак! Дмитрий Пинков! Очень активная музыка, Мы едем, короче, да, мы снимаем и едем. Сегодня Тольятти, сегодня четверг, полная машина так называемых комиков и я. В общем, сегодня все темнее и темнее, кстати, и мне это беспокоит, потому что со временем нужно покупать какое-то освещение, а я этого терпеть не могу. Что? Как мы сюда ехали, я тоже снимал. Денис, как прошло вчера в кальян? Все хорошо. Даже были смешки. Вчера? Да. Блин, я так ужасно давно не выступал. Я выступал ровно 7 минут. Я понял, что я в стендапе еще ничего не понимаю. Это было самое ужасное выступление за 20 лет. Я плакал ночью. Я думал, Не делай этого, Сэм, не делай. Ты хороший комик. Это факт. Сегодня 10 человек. 10 отборных, шикарных, мощных юнитов, блин, мать его. Да, я художник, и иногда мысли нестандартны. Вот. Слушайте, ну что-то я расписался, короче. Отличное выступление, по-моему, особенно для первого раза материала. И можно дописывать, и это 5 минут. Это охереть. Купил ручку, пилот. Ну, делать нечего, выступил первым, надо что-то покупать. 1-0. Любимая. Дети заиграли просто. Очень тоскливо ждать конца открытого микрофона. Едем домой и слушаем лекцию про Тарантино. Все довольны и потребляют глюкозу. Ну, хорошо день заканчивается. Едем в Новокуйбышевск. Я и еще 3 джентльмена будем давать стендап. Подсними их. Их будет плохо видно. Это Гоша, да. Денис и еще вот Валера, который держит камеру. Да. Это первый стендап в Новокуйбышевске. Посмотрим, что выйдет. VIP-зал. VIP. Это мы. Мы VIP. Мы выступаем. Потрясающий зал. Гоша молодец. И очень вкусно. Тоже молодец. Гоша молодец. Мы все молодцы, и мы сюда приедем еще. И не своровал мои слова. Все было круто, публика шикарная. Я люблю ездить в города, в которых не было стендапа, и люди прям открывают рот, только класть надо. Солидарен с коллегами. Вчера прошло все хорошо, только домой вернулся 2:30, и
Очень хочется спать, а сейчас уже 8 утра и в Тольятти. Это Тольятти, куча камер, надо поспать, трасса, устал. Вот садится Сэм. А? Вот садится Сэм, говорю. А-а-а. На самом деле Самвел. Всем привет. Вот, всем привет. Я попаду в блог? Ты попадешь в блог, да. А это Дима. Дим, посмотри сюда, в машину. Привет. Привет. Сейчас вот мы с этими двумя прекрасными джентльменами едем в Сызрань. А я все проспал, поэтому мы на полчаса позже, чем надо, выехали. Но мы успеем, пока еще успеваем. Кстати, дорожный блог, который я веду, вот сейчас вот днем, потому что в остальное время вечера ни хрена вам не видать. Что жаль. Ну давайте, дорога в Сызрань красивая. Так, ну Сызрани – это задняя сторона ДК «Горизонт». Здесь красиво, в общем. То есть, если вот так вот особенно посмотреть, то вообще красота. Это Стундуб. Как будто плотно очень все сидят. Здорово, здорово, да, погоди. Конечно, здорово, здорово. Саша, для тебя, ну ты хлопал, для тебя долго на сколько вот? Минут 40? Долго, девушка, скажите, пожалуйста. Нихуя, да? Хорошо, а если без прелюдий? Или это без прелюдий, да? Ты врываешься, снимаешь с ним одежду, как наваешь пилюс. Молодой человек, это, конечно, хорошо, но вы картошку брать будете, так происходит? Слушайте, ну сегодня большой день, конечно, потому что в Сызрани первый раз провернули фишку с двумя концертами. Два концерта за один день, разная публика, причем часть из них была на первом и пришла на второе. Это очень круто, что это в принципе работает. Я не знаю, насколько в плюс, но надо это все вертеть и вертеть. То есть и вот такой стендап. Это Сызранский Кремль. И мы еще в Сызрани сейчас поедем, короче, с пацанами домой. На этом, наверное, неделя длинного большого стендапа закончится. Она была очень хорошей. Я просто очень люблю такие вот движухи. 3:30 ночи. Я дома.